Всем привет! Блицушки с мастерами, шахматный феникс. Да, и гроссмейстер с Филиппин уже достаточно в возрасте, но он постоянно меня выигрывает в шахматы. И у нас сицилянка. Да, сицилянка с c3, он неплохо мне разбирается. Конь d5. Не знаю, большой сыграет свой этот... Корявенький который. Вариант, который играют черными часто. На самом деле d6, конечно, жестче уравнивает, но... Ну вот тут видно, кстати, мне как зрителю чат, да, пишут то, что, ну, довольно строгий, стронг это, сильный, или как это переводится? Да. Сильный филиппинец. Не, ну он очень известный, у него один был 2800 рейтинг, как у Накамуры, но это было лет 5 назад. Тогда просто не было никого на чизгоме? Нет, тогда были, просто он тогда был помоложе и играл почаще. Так, ну... Что мы получили? Не хуже, наверное? Ну и не лучше явно. Ну что-то получили, в общем, игровая позиция, шахмат. Мне побольше. Время, просто, да. Раньше он хорошо играл по минутке, что сейчас, не знаю. Так, у Никиты за окном. Трейсерские гонки. Трейсерские? Трейсерские. Да. Так, ну, позиция, конечно. Чем? Ферзём, наверное? Почему да, слона? Да, можно и ферзём был. Почему разницы, наверное, нет. Но сейчас побьет на d5, наверное, нет? Не хочет. Наверное, надо было ферзём, чтобы его выбивать. h6? Да, может быть, объективно неплохая идея просто выбить на c3, выбить на g2. Сыграть конь d7 как-то потом. Конь d7. Коня на f6 ведем? Давай, так. Так, подожди. На конь c3 какой-то у него... А, нет, там все нормально. Сейчас. Давай попробуем. Я не уверен, что они просто не зевают тут никакой ерунды. Давай попробуем, ладно, конь c3. Я не уверен, что он обязан брать этого коня, если честно. И он тоже, вот он думает. Проверяет какую-то чушь, явно. Вот да, шаг, но тут вроде я видел, что у меня такой вот ресурс есть. Ой-ой-ой, симпатично. Ну это просто, видимо, приводит к равенству, но если я так не играл, то там, привет. Там был бы привет уже. h6 не хотелось, конечно, играть. Ну а теперь на ферзь h5. Я коня успеваю на защиту привести. Да, конь f6 темпом. Довольно оригинальная идея. Все равно черные явно никакого перевеса за счет этого не получают, но... Я бы не проигрываем сразу. А тут в чате такая веселуха. Один молодой человек, видимо, он русский, написал: «Никита, уничтожь его». И многие попросили в чате, ну, мол, переведите. И человек какой-то с ником, со странным, написал... Он... Ну, в общем, он перевел эту фразу. Что это за... Жертва. Ну, это я зевнул только что. Это без двух пешек. Почему без двух? Я не буду брать коня. Я пойду ферзь e8 как-то, но он, к сожалению, к счастью для него уводит на f4 его. На f4, да. Ну, придется бороться без пешки, наверное. Что делать? Ферзь e8 или ферзь e7, не знаю. Да, вот хорошо то, что нашелся такой ресурс, конь f4. Да ему хорошо, а нам не очень. Ладно, взял. Поменяли ферзей и конь f6, наверное. Без одной, да, некоторый шанс на ничью есть. Будем биться за ничейку. Как-то может... Ну не надо взевать, конечно, этот ресурс. Как-то опять надо 7 его вставить. Да, ну это очень коряво, конечно. Ну а менять коня вообще нельзя. Ну да, это печально будет. Люди спрашивают, записывали мы. Я написал, что да. Лучше бы не записывали, да? Да уж. Ладно, ушел. Вот он любит какую-то всякую тактику, я уже замечал. Даже когда, по сути, особой необходимости так, в этом... А слонов нельзя сейчас здесь? Да надо, наверное. Но он вообще не любит просто... Он как ты, он всегда хочет искать тактику, даже когда это никому не надо. Вот когда у него явно большой перерез, без всяких нервов, он все равно будет искать тактику. Сейчас он на 7 собьет. Я мы... c7, конь d5. Ну, начнется заруба какая-то. Кстати, я не уверен, что... А, ну тут решил не бить. Ладья d8 надо, не хоть... Или... Ну, ладья 8 это вообще уж пассив. Может быть, h6? h6, конь d6. Ладья d8? Давай так все равно, h6 пойдем, действительно. Конь d6, ладья d8, ладья c6, конь d5, как-то так. Конь d5, да. Ну, какая-то появляется вроде, нет? Вот сейчас g6.
G6, конь E7, король G6 H8. возьмет А, на... на 6 возьмет. Все. Там, правда, надо продолжать вариант. Давай попробуем G6. G6, конь H6, король H7, конь G4, А, ну, ладья хотя D4. бы обогнал нас по времени обратно. Нет, почему? 23. Чуть-чуть липнут фигурки, это неудобно. Ну все, побили. На D4. Так, и все равно без пешки. Ну да. Ну как-то сдвоенные у него все равно. Защитили, напали на B2. Ну как-то вот можно сейчас подцепляться к пешке F4. Ладья C4 успевает сыграть. Да, неудачно. Не знаю, могу в пешечный переходить, я не пойму. Наверное, нет. Ладно, не буду рисковать. Как-то опять надо, нет? Можно было. Так, ну 5 секунд лишнего времени. Времени поровну абсолютно. У тебя что-то там неправильно показывает, значит. Так, ну шлепайте. Тут уже, собственно, комментировать особо нечего. Но я надеюсь, то, что матч этот затянется. F5, F5 выигрывал ладью сейчас. Но я не успел среагировать. Как-то он, да, подзевнул. И сразу заметил это. Вот у меня сейчас 7 секунд лишнего времени у тебя. Нет, у меня сейчас прилично время, лишнее время, это да. Так, ну отъел. Он предложил ничью, да? Не, ну какие ничьи, тут уже все закончилось. А, тут же есть премув, я забываю, что тут есть премув. А еще нет, кстати, но снова выиграли по Да, времени. победа. И, надеюсь, будет реванш. Будет, конечно.